Друзья, у большинства из вас YouTube страшно тормозит, и невозможно ничего нормально посмотреть. Поэтому специально для вас у меня есть каналы на Дзене и Рутубе. Уже совсем скоро на Дзене выйдет новая эксклюзивная история, которая будет исключительно на Дзене, более нигде. Также на этих платформах все истории выходят раньше, чем в Ютубе. А еще я перезаливаю туда ролики с Ютуба, чтобы каждый из вас смог в любой момент посмотреть какую-то любимую страшилку. И самое главное, что ничего не глючит и комфортно воспроизводится. Все для вас, дорогие друзья. Залетайте на мои Дзен и Рутуб и подписывайтесь. Ссылки в описании. В наушниках играла любимая песня. Впереди полтора месяца отдыха, и я мчу с ветерком, смотря в окно на пролетающие мимо поля. Ехать предстояло в родное село, где прошло мое детство. Помню, как еще относительно молодые дед с бабушкой меня встречали мелкого, как наш кот Филька спал со мной на кровати. Бабушка все ругалась. «Куда ты его к себе в кровать тащишь? Он мышей ловит». А мне все равно было. Ведь Фильку я очень любил. Вкус еды из печи и домашнего сыра до сих пор помню. Ничего вкуснее не ел. Было много классных моментов. Компания друзей, посиделки у костра до ночи, прогулки по лесу, купание в местном озере, печеную картошку на костре, рыбалку с помощью самодельной удочки и многое другое. Но это осталось в прошлом. Сейчас все как у всех. Друзья разъехались. Правда, на лето все же приезжают, однако село потихоньку вымирает. Фильки уже давно нет. Да и что там Фильки? Из жизни ушла моя дорогая и любимая бабушка. Она была самым добрым и светлым человеком на моей памяти. Не знаю точно, что с ней случилось. Одним летним вечером она в лес пошла, не помню зачем, и пропала. Все деревни искали, не нашли. Да и полиция ничего не обнаружила. Числилась она пропавшей без вести какое-то время, потом через суд мертвой признали. Дед тогда будто лет на 10 постарел. Мы за него переживали очень, настаивали на переезде к нам, но он наотрез отказался. Так что мой старик все еще ждет меня в деревне. «Конечно!» – крикнул водитель. Двери распахнулись, и я вышел на нашу остановку. До дома предстояло топать около 3 километра, но мне не в тягость. Я вновь включил музыку и шел по главной улице, наслаждаясь милым сердцу пейзажем. А уж когда родной дом завидел, то побежал на всех парах. Калитка, скрипнув, открылась, впустив меня во двор. На крыльце сидел мой старик и курил. «О, Лёшка, внучок, все-таки приехал», — поприветствовал он меня. И, кряхтя по-стариковски, поднялся с крыльца. «Привет, дед!» Мы крепко обнялись и прошли в дом. «Вот чаю с мятой к твоему приезду заварил. Есть хочешь? Поди голодный с дороги». «Да, не откажусь». Почти сразу же на столе оказалась вареная картошка, соленья, жареная рыба. А когда чай был уже выпит, то на столе оказалась бутыль самогона. Мы с дедом сидели, выпивали, говорили о настоящем, вспоминали прошлое и обсуждали будущее. «Вот так вот, внучок. Старики умирают, а молодые в город уезжают». «Ничего не говори. А приехал кто вообще?» «Да, Семенова». «Че, и Миха приехал?» «Ага. Так что иди-ка ты завтра к ним в гости. Поздоровайся хоть». «Пойду, конечно. Но сегодня с тобой посидим. Сколько меня тут не было?» «А как Ритку схоронили, так и не было», — с досадой в голосе произнес дед и горестно вздохнул. «Да, плохо без бабушки». «И не говори». За такими вот глубокомысленными беседами мы с дедом просидели до часу ночи, после чего разошлись по своим комнатам. Спал я в ту ночь крепко и проснулся только около полудня. Чувствовал себя при этом отлично. Сессия, экзамены и прочая нервотрепка выжили из меня все соки. Так что мне вполне хватило 11 часов крепкого сна, чтобы восстановить силы.
Ну что, внучок, как спалось? Спросил дед, внезапно появившись на пороге комнаты. «Просто супер». «Ну раз супер, то силы есть?» Спросил он, хитро улыбаясь. «Огород?» С кислой миной на лице спросил я, а он бодро ответил. «Ага». «Вообще, я сегодня планировал сходить до друзей, но так устал, что без сил рухнул на кровать. Дед уже старый стал, много чего делать не может. Пришлось ему помогать. Ну да ладно, с меня не убудет». Не знаю, во сколько именно это было, но глубокой ночью приспичил сбегать до туалета. В полудреме я кое-как встал и пошел во двор. Надо сказать, что дед любил по вечерам сидеть на кухне и смотреть телевизор. Этот вечер, вернее ночь, не стал исключением. Он все так же сидел и пялился в ящик. Я спокойно прошел мимо кухни и ушел во двор. А когда возвращался, то чуть по новой в туалет не сходил. Когда я шел по своим делам, то из-за расположения кухни никак не мог видеть самого деда. Он сидел перед телевизором, и часть стены загораживала обзор. Так что я мог видеть только телевизор и угол стола. А при походе обратно мне было хорошо видно другую часть кухни из коридора. И вот иду я в свою комнату и вижу, что на кухне сидит оно. Не знаю, что это именно, но точно не мой дед. Кожа белая, неровная, как будто это не кожа вовсе, а слой гипса. Глаза черные, и к тому же из них что-то текло на щеке. Что-то темное, не уверен, что это были слезы. Нос вздернутый, а рот, как у инсультника, полуоткрытый и уголки вниз опущены. При виде этого я впал в состояние шока. Вот как во сне, когда надо удирать от кого-то, то с места сдвинуться не можешь. Так и тут. Вроде быстрее хотелось в своей комнате оказаться, а ноги точно каменные стали. Я смотрел на это, не мигая, а потом, когда оцепенение спало, пулей забежал в свою комнату. Уж не знаю, как так вышло, но уснул почти сразу. Скорее всего, спать хотелось сильнее, чем трястись от страха всю ночь. Утром я смеялся от пережитого. Это ж надо, родного деда не узнать. Я подумал, что в полудреме не смог нормально разглядеть его. Да и темно на кухне было, только телек и работал. Видно, блики и сонливость сделали свое дело. Сидя на кухне за кружкой чая, я все думал, чем сегодня мы с дедом будем заниматься. Вчера вроде бы основную работу сделали, но то ж деревня, тут работа всегда есть. «Чё, Лёшка, проснулся?» – спросил меня довольный дед, стоя на пороге кухни. «Ага, доброе утро». «Доброе. Плеснёшь чайку?» «Конечно». Пока я хозяйничал на кухне, дед расспрашивал меня о планах на сегодня. «Да не знаю, что скажешь, то и буду делать». «Огород полей. Дадуй к Семеновым». «Опа, а остальное?» «Так а что? Посуду я сам вымою, а остальное подождет до завтра. Никуда не денется». «Спасибо. Ну что, я тогда вечером погуляю?» «Гуляй, конечно. Завтра поработаем. А сейчас беги к друзьям. А то 100 лет не виделись уж». Я сделал все, как велел дед. Сначала огород полил, и только потом пошел к своему другу. В детстве мы с Мишкой были не разлей вода. Утром заходил или я за ним, или он за мной. И все. На улице пропадали до самого вечера. Этот день не стал исключением. Мы с Мишкой, как увиделись, то сразу же направились на пляж. Потом посидели немного у него дома и уже вечером пошли к остальным. Народу было много, все наши друзья. Как же мне этого не хватало. Мы что-то наперебой друг другу рассказывали, делились последними новостями, ну и выпивали. Не без этого, что уж тут говорить. Кто-то еще учился, как я, а кто-то с армии уже пришел. Вот и решили выпить за встречу. В итоге выпили хорошо, даже очень. Я не помню, как дошел до дома. Зато помню все, что было после. Тихо открыв калитку, я просочился во двор и на цыпочках пошел до туалета. «Все, теперь точно спать», — подумал я,
выходя из деревянной кабинки. Ноги меня не слушались, и идти было трудно. Я шел еле как до дома и ненароком заглянул в окно кухни. От того, что я там увидел, сразу протрезвел. Тело молниеносно бросило в жар, хмель тут же улетучился, а я стоял и ловил ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Окно кухни выходило во двор, где и стоял сортир. То есть, выходя из него, было все прекрасно видно, что происходит на кухне. А тем временем там происходило вот что. Дед сидел над тарелкой и жрал мясо. И ладно бы это было мясо жареное или тушеное, например. Но нет. Он рвал зубами сырой кусок. Капельки крови летели в разные стороны. Сырую мякоть было трудно жевать. Но он трепал мясо, превращая его в лохмотья, и заглатывал. От увиденного весь алкоголь вырвался наружу. Я оперся о дерево и блевал себе под ноги. Боже мой, что же это такое? Мне хотелось привлечь к себе внимание и потребовать хоть каких-то объяснений. Но в последний момент я передумал. Наверное, это будет не лучшим решением. Утро вечера мудренее. Завтра узнаю у деда, что происходит. Наверное, он чем-то заболел и не хочет сообщать мне об этом. Возможно, у меня получится ему помочь. Заключил я и пошел в дом. Перед тем, как зайти, я нарочно посильнее хлопнул калиткой, а потом и входной дверью. Зайдя в кухню, я увидел, как дед моет тряпку над раковиной. Тарелки на столе не было, впрочем, как и мясо. Только вот еле заметные капельки крови на белой тюле он забыл отмыть. «Как погулял?» «Нормально». «О, по запаху чую, что хорошо. Иди спать, а то не встанешь утром». «Да, сейчас только воды попью». Утро было нифига не добрым. Дед поднял меня ни свет ни заря и показал фронт работы на сегодня. Походу, ему не нравилось, что я вчера пришел домой на рогах. Знал бы, не пил столько. За день так задолбался, что вечером еле дошел до кровати. Похоже, это уже стало традицией. Даже сессия так не выматывала, как физическая работа в июльский зной на открытой местности. Перед сном мне немножко захотелось посидеть в телефоне, но не вышло. Сон сморил меня буквально сразу. Сквозь дрему мне послышалось что-то неразборчивое. Смесь звуков рычания и чавканья. Я кое-как открыл глаза и увидел над собой деда. С просонья до меня не сразу дошло, что происходит. Я таращился приоткрытыми глазами на него и ни хрена не понимал. «Дед, ты чё?» – сонным голосом спросил я, после чего он как-то странно попятился назад. Не знаю, почему я тогда не проснулся и не вскочил с кровати, как угорелый. Видно, устал или был еще в так называемом коматозе после пробуждения. На утро, как только открыл глаза, то сразу же пошел искать деда. Он сидел на крыльце с чашкой чая. «О, внучок проснулся. Пойдем до базара, дойдем с тобой». «Нет, дед, мне поговорить с тобой надо». «Ну говори, раз надо». «Что происходит? Ты то сырое мясо ешь, то вчера ко мне пришел посреди ночи и кряхтел над кроватью». Я не успел договорить. Мой старик как-то опечаленно на меня посмотрел и сообщил. «Дурной я стал, Леш. Годы берут свое. И без Риты мне плохо. Живу тут один, как дикарь. Врач мне в больнице таблетки прописал рецептурные. Так с ними пить нельзя. Мало того, еще голова после них тяжелая. Что ужас. Вот и дурью маюсь. Понимаю, звучит странно, но как есть. Бес попутал. Ты прости меня, внучок, что увидел все это». Его речь проняла меня. Даже стыдно стало от того, что пришлось выспрашивать обо всем этом. «Да ладно, всякое в жизни бывает. Но ты не переживай. Значит, буду почаще к тебе приезжать». Он как-то посмотрел на меня с теплотой и спросил. «Правда?» «Ну, конечно. А почему нет? И ты ко мне в город приезжай, если хочешь. Мы всегда будем рады твоему приезду».
Вот тебе спасибо. Не думал, что я кому-то еще нужен. Да прекрати. Кстати, что делать сегодня будем? На сей раз дед меня не грузил особо, поэтому я вновь пошел до Мишки и просидел у него до самого вечера. Они с семьей жарили шашлык и настояли на том, чтобы я остался. Ну уж как тут противиться? Остался с ними до самой ночи. В ту ночь я вернулся домой поздно, к первому часу. Дед уже спал, а мне вот не хотелось. Я завалился на свою кровать и попробовал уснуть, но сон не шел. Поэтому пришлось довольствоваться интернетом. Дабы не будить деда, я надел наушники и просматривал видео в надежде на то, что скоро усну. Примерно через час мне действительно захотелось спать. Вырубив наушники, я повернулся на бок и хотел уже было задремать, как вдруг услышал какое-то движение. То был дед. Он вышел из своей комнаты и направлялся, по всей видимости, в туалет. Из окна своей спальни до меня донеслись звуки шагов. Я приподнял голову и увидел, как дед бодро шагает по улице. Что за фигня? Я был уверен, что он в толчок пошел. Куда он поперся посреди ночи? Не раздумывая, я вскочил с кровати и, наспех одевшись, выбежал на улицу. Надо вроде бы его догнать и увезти домой, но что-то мне подсказывало, что не стоит этого делать. И то был совсем не здравый смысл, а внутренний голос, интуиция, чуйка. Не знаю, как еще это называть. А тем временем дед шел на самый край села. Друзей и родственников у нас там не имелось, да и магазинов не было. Да нифига там не было, кроме старого кладбища. На несколько секунд я забыл, как дышать. Кладбище. Что он, твою мать, может забыть на кладбище? Нехорошие мысли закрадывались в мою голову. Безусловно, он психически больной человек, но я не думал, что настолько. А если он не больной? Может, он просто что-то подворовывает на погосте? Я решил просто проследить за ним, а потом уже думать, что делать. Вдруг ему на старости лет приспичило колдовать. Но нет, все оказалось куда хуже. Он в один миг переменился в лице. Вместо моего деда показалось существо, которое я увидел еще тогда, сидящим перед телевизором. Та же мерзкая рожа с черными глазами и подтеками под ними, с перекошенным ртом и неровной кожей. Это существо прошагало к одной из могил и, встав на четвереньки, стало раскапывать яму. Господи, какой ужас я тогда испытал. Сердце билось, как отбойный молоток, на лбу выступила испарина. Живот скрутило от волнения так сильно, что в глазах было темно. Я через силу совладал с собой и смотрел, что же будет дальше. А дальше оно просто-напросто проломило крышку гроба, достало оттуда покойника и вцепилось в него зубами. Дальнейшие события помню плохо. Я развернулся и на ватных ногах выбежал с кладбища. В моей голове была только одна мысль – валить, и как можно скорее. Как назло, ночью отсюда хрен уедешь. Надо ждать утра, только тогда автобусы ходят. Я решил не спать всю ночь, боялся за свою жизнь. Не думаю, что та тварь, притворявшаяся моим дедом, решит меня пощадить. То была уже не болезнь, далеко не болезнь. На мое счастье, его не было дома до самого утра. Я бегом собрал манатки и сел на первый же автобус до города. Не знаю, что это была за чертовщина, но знаю точно, что это больше не мой дед. А ведь оно могло и меня сожрать. Страшная догадка посетила мою голову. Если уж это существо и падалью не брезговало, что уж обо мне говорить. Автобус увозил меня все дальше от деревни, и чувство страха и тревоги постепенно сходило на нет. Тогда я почувствовал себя крайне паршиво. Пришел домой, кинул сумку в прихожей и, пройдя на кухню, закурил прямо там. В голове все это не укладывалось. Я с ужасом ждал звонка из деревни. Ждал, что позвонят друзья
или то, что прикидывалось с моим дедом. Но нет, никто не звонил. Не звонили день, два, неделю. Один только Миша написал, куда я так резко пропал. Пришлось ему наплести про неотложенные дела. Прошло с тех самых событий 2 недели. Дед не звонил. Думаю, что он боится. Мне ведь написать на него заявление ничего не стоит. Ну или обиделся, что менее вероятно. Родителям пока ничего не говорил. Они в командировке и вернутся не скоро. Не думаю, что сообщать такие новости на расстоянии – хорошая идея. Так я жил и вроде немного пришел в себя, но вот один вечер изменил все. Я сидел как-то перед ноутом и листал ленту соцсетей. Один из постов меня привлек тем, что в тексте было написано название моей родной деревни. Якобы там обнаружили человеческий скелет. На костях оставались остатки мяса и свежие пятна крови. Судебные медики постановили, что этот человек погиб недавно, пару дней назад. Жители полагают, что местного забулдыгу загрызло какое-то дикое животное. Но я уже догадывался, что это было совсем не животное. Я подумал, что это может быть фейк, но нет. Эта новость была на многих интернет-ресурсах. Стало страшно. Я вновь вспомнил все те кошмарные моменты. Как дед сидит перед телеком, как он ест сырое мясо, как стоит надо мной. А уж после происшествия на кладбище мне стало дурно. К горлу мгновенно подкатила тошнота. Пришлось бежать в туалет и смывать в унитаз содержимое желудка. «Он же знает, где меня искать», — осенило меня. Я подумал и понял, что настало время сваливать на съемную квартиру. Денег особо не было, но на какую-нибудь конуру на окраине вполне хватит. А ближе к осени уже родители вернутся. Сообщу им, тогда и решим, что можно сделать. Однако время было позднее, и сейчас сваливать куда-то было не вариант посреди ночи. Поэтому я лег спать. Резкая трель звонка заставила меня мгновенно проснуться. Я тут же уселся на кровати и пытался понять, что произошло, и не приснилось ли это. А меж тем звонок повторился еще раз. Я уже хотел было пойти дать люлей тому, кто звонит, но посмотрев на часы, понял, что вести себя надо как можно тише. Кому приспичило прийти ко мне в час ночи? Я на цыпочках подошел к двери. Я обомлел, когда увидел там деда. Точнее, не деда, а того урода с черными глазами и белой кожей. «Внучок, открой дедушке», — сказала оно голосом деда. Я попятился назад, закрыл комнату и завернулся прямо как маленький в одеяло, ожидая, что же будет дальше. Оно позвонило еще несколько раз и ушло, а ко мне пришло понимание, что с поисками квартиры затягивать нельзя ни в коем случае. Уже на следующий день я получил ключи от какого-то гадюшника, иначе это не назовешь. Ржавые трубы, древняя сантехника, рассохшиеся деревянные рамы, скрипучий паркет, телевизор еще в деревянном корпусе, почти полное отсутствие мебели. Зато кабельное есть, что странно. Хозяином квартиры оказался тщедушный дедок, который сам не в состоянии сделать там хоть какой-то ремонт. Он взял с меня деньги и довольно ушел. А я же принялся наводить там марафет. Время за уборкой пролетело быстро, и я сам не заметил, как наступил вечер. После того, как вся квартира блестела, мне захотелось принять горизонтальное положение и не вставать с дивана до завтрашнего дня. Это я и сделал. И лежал в обнимку с телефоном, залипая на короткие видео. Просмотр одного из них прервало пришедшее уведомление. Я открыл его и прочитал. «Бабушка не просто так пропала без вести. Я все равно тебя найду», — гласил текст СМС-сообщения. Отправителем был дед.